И в продолжение транспортной темы. Города и районы республики получат субсидию на нанесение дорожной разметки. Соответствующий проект постановления принят на заседание Президиума правительства Башкортостана. Как пояснил председатель регионального госкомтранса Тимур Мухаметьянов, в республике будет изменен порядок возмещения средств, потраченных на нанесение разметки на дорогах местного значения. Кроме того, в этом году на межрегиональных и муниципальных трассах вместо устойчивой краски используют термопластик. По словам Тимура Мухаметьянова, процедура дорогостоящая. Нанесение 1 километра разметки термопластическим материалом стоит 64,5 тысячи рублей, краской 12,5 тысяч. Однако термопластик более износоустойчивый и держится в течение года. Краска же уходит практически за месяц. Затраты на разметку дорог современным материалом муниципалитетом компенсирует дорожный фонд. Напомню, в прошлом году дорожники региона нанесли 8770 километров разметки, в том числе более 2500 километров термопластика.